Привет, друзья! Сейчас к съемке 7-й серии я долго размышлял над темой бегущего человека, который опережает сам себя, пытается. И в поиске каких-то идей я понял, что мне надо попробовать самому пробежаться на своем опыте. Может быть, что-то мне это даст. Поэтому в одной руке у меня диктофон, в другой руке я снимаю себя. Сейчас попробую бежать очень быстро и просто записать собственное дыхание. Может быть, как-то мне это поможет в поиске каких-то новых идей. Итак, поехали. Сейчас отдышаться надо. Не знаю, что мне это даст, но может быть, все надо попробовать. Композитор не должен быть оторван от реальной жизни. Правильно я говорю? Ну вот, пробежка состоялась, и, по-моему, что-то из этого может получиться. Итак, значит, я послушал собственное дыхание во время быстрого бега. Что у нас звучит в это время? Давайте сейчас поставим на компьютере эту запись. Так. Вот. Это примерно четверть равна 100, 102, где-то так. Вот такой бег. Слышны шаги и дыхание, да? Ну что, надо эту идею брать. Давайте попробуем. Значит, у нас есть скрипка, микрофон, луп-машина. Что мы делаем? Берем скрипку, пытаемся все это изобразить на скрипке. Итак, вот у нас скрипка. Дыхание будем делать так. Вэфу, вэфу дым. Все очень просто, да? Шаги мы делаем вот так. Теперь нам надо загнать это все в петлю. Сейчас мы запишем просто минуту вот этого бега. Посмотрим потом, что из этого получится. Вот петля пошла. Так. Попробуем теперь вот на эту петлю, которую мы записали, пусть она сейчас у нас играет постоянно, попробуем положить на нее нашу петлю, которую мы сделали в предыдущей серии. Как это будет звучать? Смотрите, что еще можно сделать с этой идеей. Он же у нас бежит впереди себя, он должен сам себя обгонять. Допустим, в одной из петель, ближе к концу, мы тот же прием ускорим. Как это будет звучать? Давайте проверим. Итак, включаем петлю. И поехали побыстрее.